Кардинальным образом ситуация с кадрами обстоит в области ЖТСУ. Там требуется больше 200 врачей. Самыми востребованными остаются узкие специалисты. Это акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи и анестезиологи. Для привлечения профессиональных кадров с профильными вузами заключили соответствующие меморандумы. Только в этом году в регион приехали 82 специалиста, но этого мало. Острый дефицит врачей ощущается в областном центре и городе Текели. Из них 157 это докторов в городе и 50 на селе. На данный момент при социальной поддержке для привлечения специалистов жилье выделяем, плюс арендное жилье, плюс устройство детей в детские сады, оказываем такую социальную помощь.